Сегодня хочу показать вам свои орхидеи, которые я подкармливала витаминным коктейлем. В состав моего коктейля входили витамины из аптеки. И хочу показать, как они распустили свои цветочки и как начали наращивать корневую систему. Прошел ровно месяц. И они вот забутонились очень красиво пышным цветением. Вот это у меня биглип орхидейка. Замечательно расцвела. Вот она цвела перед этим и пустила новое ответвление и распустила эти почечки. А так уже цветочки на концах отпадали. И она решила продолжить цветение. Не знаю, удобрениями их не поливаю, только витаминным коктейлем. А растет она у меня в системе по типу закрытая система. Вот я ее просто вынула из горшка, вынула торфяной стаканчик, поставила в кашпо и сверху присыпала мхом. Поливаю чуть-чуть вот так на палец. И все, ей все нравится. Корни продолжают расти. Вот оно цветет. Листочек молодой выпустил. Вот этот, смотрите, какой огромный. Мощный такой, блестящий, красивый. И цветение у нее тоже пышно, красиво. Я не обрезала цветоносы, так как здесь были почки еще. И поэтому я решила, не нужно обрезать. А вот смотрю, уже почек нет, как только она цветет. Вот эта почка уже подсохшая. Здесь тоже нет почки. Придется, наверное, обрезать, так как можно ждать продолжения цветения. Вот оно наращивает. Продолжает, вот видите. Ну, будет, наверное, маловато цветов. Ну, в процессе роста растения я уже посмотрю, что мне делать, как мне дальше быть. Вот рядом стоит следующая орхидеечка. Посмотрите, как она себя чувствует. Тоже, смотрите, за этот месяц какой большой листик она отрастила. Вот этот листик, эта орхидейка отрастила. И этот огромный листик. Вот она, посмотрите, какая... Какой жирный корешочек. Если кому интересно, посмотрите, чем я поливала. Я оставлю ссылку. Попробуйте, может, и у вас получится. Вот она как цветет, смотрите. Цветонос она выпустила. Вот, смотрите, сейчас покажу с этой стороны. Совсем новенький. Старый цветонос вот остался. А этот она выпустила новенький-новенький. И он как-то быстро начал расти, развиваться. Вот дальше пошли разветвления. И посмотрите, как прекрасно она цветет. И хорошо себя чувствует. Посажена она у меня в систему керамзит. И сверху мох. Мох сухой. Я поливаю по краю горшка. И внизу у меня всегда вода здесь. Потому что это фитильный полив. Видите, сейчас вода уже исчезла. Время поливать. Вот так чувствует меня себя моя вторая орхидейка. Сейчас покажу следующий экземплярчик. Она такая красивая, нежная, желтенькая. Цвет немножко светлее передается, но она желтее. Губа такая красивая, малиновая. Это тоже сочетается хорошо. Вот такие две прекрасные красавицы. Их очень люблю. Они у меня стоят здесь вот так на подставочках. Вот. Вот такая красота. А это на верхнюю полочку. Прям под самым верхом. Вот так они растут. Вот еще одна орхидейка, тоже я ее витаминным коктейлем полила. Посмотрите, она старый цветонос засушила. Корешочки вот растут. И вот она пустила молоденький цветонос. Крепкий. Тоже жду от нее цветения. Это, по идее, чармер у меня должен быть. Листик. Листик молодой она не пустила. Вон в серединке пускает. Видите, пустила все-таки. Но это медленнее начало действовать. Видите, те сразу моментально как-то
выпустили цветонос и пошли, 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 а это немножко медленней. Но ничего, цветонос тоже есть. Вот следующая орхидеечка. Посмотрите, как тоже себя чувствует. Молодой листик вот вырастила. Корешочков много молодых вот выпустила. Даже с пазух листиков вот полезли корешочки свеженькие. Правда, засушила один листочек. Вот. Я оторвала. Но это листочек самый нижний. Он не играет роли. Эта орхидейка называется пульчерема. Цветоносов она пока не пустила. Она очень красиво цветет. Я жду от нее цветоносов. Сильно хочу увидеть ее цветение еще разочек. Она так красиво цветет. Сказочно. Все покажу, расскажу. Будете видеть все на моем канале. Также орхидейка. Вот у меня стоит Поттер. Она тоже корни хорошие пустила. Видите, жирные. Длинные. Я ее немножко подсушиваю, правда, даю хорошо им подсохнуть. Вот они серебристые у меня корни. Не знаю, любит она так. Растет она у меня в коре. Я вынула торфяной стаканчик, а так ничего я не меняла. Систему другую не меняла. Посмотрите, сколько корешочков. С каждых пазух листиков корешок. Выпустила она цветонос огромный. И посмотрите, какие замечательные, красивые цветы. Сиреневые с малиновым. И вот такие черточки на них, какие красивые. Видите, она пушечная немножечко. Вот такая красавица. Вот так отразились витаминные подкормки на мои цветы. Сейчас покажу нецветущие. Вот это у меня нецветущая орхидейка, то есть есть цветонос, но она его чего-то засушивает. Это я брала как реанимашку, увидели на моем канале, ее зовут Black Stripes. Есть у меня видео, как я ее спасала. У нее были очень пересохшие корешочки, посмотрите. Она начала наращивать новые корни. У нее все хорошо, все замечательно. Она также растет в керамзите. С горшочек с автополивом. Внизу постоянно водичка. Вот видите, нижний слой керамзита влажный. А здесь у нее все сухо. И видите, корешочки она наращивает. У нее все хорошо. Листочек хороший отрастила. Мощненький. Даже вот эту орхидейку реанимашку я немножко подлила ей водички витаминного коктейля. Посмотрите, молодой корешочек, как насколько вырос хорошо. И тоже пустила она новый молодой листик. Обычно реанимашки я не поливаю никакими вообще удобрениями, ничем. Ну, только бывает HB101 поливаю. А здесь у меня растет башмачок. Посмотрите, тоже один раз я пролила витаминным коктейлем. И он тоже хорошо себя прекрасно чувствует. Надеюсь, к зиме он зацветет, так как этот зимний вид башмачка, он цветет у меня зимой. Старые на нем листочки и розеточки отмирают, а молодые рядом появляются, и молодые цветут. На старых, которые отцвели, они два раза не цветут. Второй раз не цветет башмачок на старой розеточке. А также вот еще орхидейки. Это каода. У нее маленькие листочки. У нее не огромные. Это мультифлорка. Вот она пустила молодой листочек из центра. У нее все хорошо. Желтенький, нижний. Вот она засушила. Но это ничего страшного. Он просто засох. У нее стволик в отличном состоянии. Все у нее хорошо. Дальше у меня орхидейка стоит Клеопатра. Посмотрите, как она себя чувствует прекрасно. У нее все хорошо. И вот желтенькая орхидейка, как она откликнулась на витаминный коктейль. Посмотрите, растущие корни в разные стороны. Это прям как паук какой-то получился, а не орхидейка.
вылезла вся из горшка. Наверное, скоро будет ее пересадка. Посмотрите, она прям пауком полезли эти орхидеи в разные стороны. Цвела вот цветоносами двумя. Это желтенькая миленькая орхидейка, она еще пахучечка такая красивая. Вот молодой листочек пустила. Обычно, когда растут корни и растут листики, цветоносов не бывает. Бывает, может, в редких случаях. Орхидея решает сама, либо цветоносы, либо корни она пускает. Но в данном случае моя орхидея пустила корневую и листочек наращивает. А здесь на окошке стоит фиолетовая была оцененочка. И тоже, посмотрите, она от этой витаминной подкормочки пустила новый листочек. Тоже ей понравилась подкормка. Корешков у нее таких растущих я не вижу. Есть корни, но растущих моих новых я не вижу. Только те, которые были с ней при покупке. Ну ничего, подождем, пускай адаптируется. Она у меня всего месяц. Я ее купила, полила и жду от нее результата. Видите, стволик какой-то поёржен, покоцанный немножко цветоносик. Листики тоже здесь обрезаны. Ну, ценочка, ничего не могу сказать. Уценочка есть уценочка, другая цена. Посмотрите, как разросся дендробиум. Прекрасно. Вот санука. Он цвел у меня. Один белый выпускал, вот это. Сторона, а это фиолетовый, красавчик такой, обалденный, разросся вообще классно, на Новый год опять должен зацвести, посмотрим его цветение. Все-таки домашние орхидейки, когда они уже дома давно растут, они намного себя лучше чувствуют, чем те орхидейки, которые принесенные только из магазина, и они не привыкли к вашему климату, там если поливают по-другому. В оранжереях все у них по-другому. А те, которые уже привыкли к домашним условиям, они совершенно себя по-другому чувствуют. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Кому интересно, какую подкормку я поливала, какими витаминными препаратами, купленными из аптеки, посмотрите мое видео. Все узнаете. Всем удачи, всем пока! Всего вам доброго!